В новом номере газеты «Новый Зай» материал о детском отдыхе, как проходит первая смена у юных зайцев, как изменились условия отдыха и по какой программе занимаются с детьми в материале Ольги Степановой. С какими результатами район завершил первый квартал 2018 года, как изменились основные социально-экономические показатели и как эксперты оценивают зайцкий уровень жизни, разбиралась Роза Гараева. Как для зайцких поисковиков прошла вахта памяти 2018, какими находками они могут похвастаться и как благодаря сохранению клочку бумаги им удалось разузнать судьбу погибшего героя Великой Отечественной войны в материале Ксении Борзенковой. Одна из полос свежего номера посвящена волшебникам в белых халатах. О жизненном и профессиональном пути медицинской сестры, а также врача-стоматолога рассказывает Айгуль Ярулина. Сегодня вы получаете свежий 23-й номер газеты «Зайф и Клары». На первой полосе вы увидите победителя ежегодного конкурса «Врач года 2018» Григория Абрамова. Здесь вы сможете прочитать о его трудовой деятельности. На второй полосе большое интервью с Фатих Азратом по поводу Раза Байрам. Также «Зайф и Клары» расскажет о новых назначениях, о новых победах детей, как начали свою работу детские лагеря, кто главный батыр посевных, и о криминальных новостях и о многом другом. Читайте газету «Зайф и Клары» и не забудьте подписаться на следующее полугодие.